О ваших подвигах можно сложить прекрасную балладу. О ваших подвигах можно сложить прекрасную балладу. Вы получили поручение. Thank you.
Ловушка активирована. Ваш питомец покинул вас. В рюкзаке нет места. Ваш питомец вернулся. Вы получили поручение. Вы освободили смотрителя от безумия. Теперь можно осмотреть библиотеку. А вот и его записи. Здесь говорится о поисках кузницы Эмбера в гномьей крепости в глубинах подземелья. Он верил, что сможет освободить пробудившихся предков от влияния тьмы. Надо будет вернуться сюда и изучить этот вопрос внимательнее. Эта кузница Эмбера кажется многообещающей. Нам пора спускаться дальше. Времени мало.
Красота этих садов все еще видна, несмотря на вековую пыль и обветшание. Почему они оказались разрушенными? Вдруг та же тьма, что завладела мной, ответственна и за эти древние разрушения? Мысль о том, что это зло, может быть настолько древним, нервирует меня. Но если это оно пожирает меня, я должен зайти настолько далеко, чтобы уже никогда не вырваться, причиняя вред другим. Но есть еще надежда. Тщетная, конечно, но мне приходится держаться за нее. Читала об этих руинах. Это истерия. Их открытие легли в основу моего искусства. Жаль, что Блинк этого не видит. Мне удалось открыть трое рунных ворот, но в глубины подземелья ведут четвертое. Видимо, эстрийцы закрыли их, чтобы избежать некой угрозы. Знаки назначения отсутствуют. Надо найти эти знаки, чтобы продолжить путь. Обыщите открытые ворота, а я пока здесь все осмотрю. Торопитесь, между нами и кузницей Эмбера еще много препятствий. Вы приступаете к новому заданию. На следующий активировали ловушку. Вы получили поручение.